Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Дамы и господа, добрый вечер! Давайте сегодня вот именно так горячо встречаем всех артистов, которые сегодня появятся на этой замечательной сцене этого легендарного клуба. Еще раз добрый вечер, меня зовут Олег Радушный, я автор и ведущий музыкальной программы «Мастер Хит», музыкальной радиопрограммы с первого железнодорожного радио. Заходите на наши сайты, волны, слушайте для вас музыкальные программы. Сегодня поистину уникальный вечер, потому что сегодня вы услышите авторские произведения человека с легендарной судьбой, с уникальной судьбой Евгения Ревнюка, который пишет необыкновенные произведения. Вы сегодня в этом обязательно убедитесь. У них красивые экзотические названия. Это произведение о любви, инструментальные композиции, вокальные композиции. Итак, клуб Алексея Козлова и программа «Мастер Хит» представляет программу «От джаза до фьюжена» Евгений Ревнюк и группа «Лабер Бэнд». Ваши волны, аплодисменты. И первая композиция называется «Килиманджаро».
вторая пьеса будет называться «В открытом океане».
Следующая будет. Мы приглашаем специального гостя, мультимузыканта Александра Поздеева, у которого вчера был день рождения. Поздравляем вас. И в этой композиции под названием «Загадка», «Пазл» он сыграет на трубе, а в следующей композиции вы увидите, на чем он сыграет еще. Thank you.
Спасибо за прием. После таких эмоционально заряженных инструментальных композиций хотел бы сыграть медленную. И когда я придумал ее в духе такого калифорнийского стиля, я не мог никак подобрать название. И сначала название было таким очень забавным. Называлось «Грех олигарха», а затем она перевоплотилась «Калифорнийская зарисовка». Таким образом, название будет длинным. «Калифорнийская зарисовка. Грех олигарха номер один». Thank you.
Сейчас будет сюрприз. Арина Стрельник и Геннадий Стрельник исполнят медленную композицию «In This Night». Сочинила эту песню, я думаю, Арина. Ей всего лишь 16 лет. Поаплодируйте, встречайте. Люблю.
была Арина Стрельник и Геннадий Стрельник. Ну, мой брат, между прочим. Спасибо за теплый прием. Я бы хотел представить музыкантов. Вот гитарист, который ушел за кулисы, это Константин Кокорин. Выйди, Костя. Пьесах он не играет, его заменяет Александр Поздеев, как я говорил. У него сегодня и вчера день рождения. На саксофоне тенор очень известный востребованный музыкант столицы и других регионов мира Тимур Некрасов. Семеро саксофон. Да? Шестерка. Но вот молодой человек, который пошутил насчет шестерки, это не менее выдающийся, востребованный, талантливый во всех отношениях бас-гитарист, он же вокалист, работающий во всех жанрах современной джазовой, инструментальной коммерческой музыки, Алексей Заволокин. Виртуоз. На барабанах очень приглашаемый музыкант, опытный, играющий во всех жанрах со всеми артистами эстрады, джаза, традиционного джаза, ретро, музыки, романсов. Это Федор Андреев. И Евгений Ревнюк, клавишные инструменты. Спасибо большое за внимание. Кстати говоря, имеются два диска, два альбома. Подходите, если кого заинтересовал этот проект. Два альбома Лабербенд. Последняя композиция будет называться «Притча». И после перерыва будет для вас приготовлен сюрприз, о котором я объявлю позже. Итак, «Притча». Thank you.
Друзья, я рад, что вы по-прежнему с нами. Давайте еще раз поаплодируем Евгению Рюнюку и Лабер Бенду. Я надеюсь, что вы приобрели диски, которые вначале вам предлагал Евгений. Наверное, они уже в вашей коллекции. Если кто-то не приобрел эти замечательные компакт-изделия с не менее замечательными произведениями музыкальными. Так что спешите, пока у вас есть такой шанс. Мы начинаем второе отделение. Итак, на сцене Евгений Ревнюк и Лабер Бенд, друзья. Thank you.
Сейчас будет тропинка к морю.
Thank you.
Спасибо за поддержку, за аплодисменты. Сейчас присоединяется Константин, и мы сыграем не песню, но композицию «That was yesterday». Это было вчера. С альбома 2014 года «Towards». Thank you.
теперь после таких эмоциональных, энергичных пьес хочется, наверное, немножко свое внимание перевести в более лирическую линию. И вы сейчас немножко отдохнете от этого напора гармонии импровизации. Погрузитесь в романтическую композицию под названием «Летняя ночь». Это сюрприз, который мы приготовили. Исполнит эту пьесу, песню Ирина Николаева, молодая начинающая певица, талантливая. Просим на сцену. И наш конферансье, заслуженный артист Российской Федерации Олег Ратушный и Александр Поздеев, играющий на всех инструментах. Сейчас добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно видеть знакомые и незнакомые тоже лица в зале. Спасибо за ваше присутствие. Я бесконечно рада сотрудничать с таким замечательным профессиональным составом. Желаем вам хорошего настроения, точнее, продолжаем желать и поддерживать его. Спасибо еще раз за ваши аплодисменты. Ну что, споем?
надолго, да, не успею? Большое удивление, это моя подруга из Питера, которую я даже не ожидала здесь увидеть. Спасибо большое еще раз. А Питеру огромное спасибо отдельно. Спасибо большое за поддержку Ирины Николаевой, группы. Сейчас прозвучит контрастная композиция в плане темпа. Называется «Three Petals», в моем переводе «Три лепестка». Может быть, это неправильно.
Ну теперь, внимание, наш конферансье, заслуженный артист Российской Федерации, Олег Ратушный, исполнит с Ириной Николаевой, молодой начинающей талантливой певицей, песню про любовь. Называется она «Надеюсь на любовь». Hope to love. Друзья, давайте еще поприветствуем нас Слабербенд Евгения Ильюка! Ирина Николаева. Олег Ратушный. Спасибо, друзья.
Спасибо. И в завершение мы сыграем оптимистическую композицию, сквозь которую смотрят, наверное, все романтики. Называется у нас Pink Spectacles, розовые очки. Так, еще раз объявлю музыкантов. Тимур Некрасов, тенор, саксофон, сильно. Константин Кокорин, гитара красная. Алексей Заволокин, бас-гитара шестиструнная, слэп. Федор Андреев, тарелки из дилджин, барабаны. Тама. Евгений Ревнюк, Roll North Stage. Ямаха Матис, Александр Поздеев, труба, гитара, Ирина Николаева и Олег Ратушный, вокал, Арина Стрельник, вокал, Геннадий Стрельник, киборд. Последняя композиция «Розовые очки» посвящается всем романтикам, живущим в Москве, с приветом в Калифорнию. Thank you.
Большое спасибо за горячие аплодисменты. Мы очень рады видеть вас, и спасибо вам за прием, за поддержку. Надеемся, что в следующий раз вы тоже придете с не меньшим интересом на наш концерт. Мы будем стараться для вас играть еще как бы веселее и эмоциональнее. Спасибо и до следующих встреч.